Каждое лето в городском округе Люберцы проходит комплексное благоустройство дворов. И этот год не стал исключением. Придомовые территории приводят в порядок в рамках программы «Комфортная городская среда». На одном из участков Малаховки, где работы подходят к концу, побывали и мы. Двор на улице Шоссейной между домами 6 и 8. Техника и люди трудятся здесь с начала месяца. Через несколько дней на этой территории уже не будет шума от ремонтных работ. Дорожки, да, это хорошо. Меньше воды будет, лучше. Ремонт тротуаров, обустройство парковочных мест, замена освещения и установка дополнительного светодиодного. Благодаря посадке деревьев этот уголок станет еще зеленее. К 30 августа двор, который вошел в программу по комплексному благоустройству, заиграет новыми красками. Также на данном адресе установлена губернаторская площадка по программе губернатора. 300 квадратов. Она уже закончена. Домов много вокруг. И вот сейчас есть возможность у всех детей играться на площадке. Раньше на этом месте была устаревшая детская площадка. Сейчас безопасное резиновое покрытие, спортивные игровые элементы, разметка для игры в классике, новые лавочки и мусорные урны. Идет такое комплексное благоустройство. Я думаю, что жители, которые проживают в этих домах, они, думаю, уже получили удовольствие, потому что стало и красиво, и уютно, и благоустроено. Ну и по-современному добротно. Всего в этом году на территории городского округа Люберцы установили 8 губернаторских площадок. А в рамках программы «Комфортная городская среда» этим летом преобразилось 39 дворов. Луиза Игиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.